Преосвященство, досточтимый владыка Павел, наш клир, прихожане, врачи и пациенты реабилитационного центра, трудящиеся Дома Милосердия и в целом Всехсвятского прихода, все мы сердечно приветствуем вас в храме Иова Многострадального. Здесь бывали святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II и ныне здравствующий святейший патриарх Кирилл. Здесь любил служить владыка Филарет. И мы верим и надеемся, что этот маленький храм будет всякий раз дорог и для вас. Своим воскресением Христос соединил Ветхий и Новый Завет. И ныне мы чтим память древнейшего святого человека, Иова Многострадального, в честь которого освящен престол. Мы учимся его терпению и смирению, которое происходило из его безграничного упования на Божий промысел и из внутренней уверенности, ибо ни на секунду он не усомнился в Боге, а значит, в своей вере, вере в Него. Сегодня мы вновь стали свидетелями величайшего чуда Евхаристии. Евхаристия – это сердце Церкви, это ее основание. Досточтимый Владыка, пусть и сегодня наша совместная молитва станет подтверждением нашей верности Христу, а участие в таинстве Евхаристии – свидетельством, что мы – единая и нераздельная Церковь. Ведь все мы счастливее Марфы и Марии, и всех, кто был рядом с Иисусом. Мы счастливее даже старца Симеона, который заключал в объятиях своих жизнодавца Бога, потому что мы заключаем Христа в самом сердце своем через принятие Его пречистых и животворящих тела и крови. Позвольте в этот день престольного праздника сего храма пожелать вам силы духа и крепости веры в вашем архипастырском служении. По примеру ныне прославляемого, великого ветхозаветного праведника Иова Многострадального. Его же молитвами да укрепит Господь всех нас. Исполаете, Деспота. Благословите, Владыка, и помолитесь о нас. Спасибо.